Поздравляю канал Глаз с пятилетием, но в первую очередь поздравляю те зрители, которые сейчас сидят и смотрят этот канал, которые уже привыкли его смотреть. Я скажу так, что я раньше, вот раз в неделю, каждое воскресенье всегда мог включить какой-то религиозный канал. Это всегда были какие-то зарубежные каналы, там французские или итальянские, которые они один день в неделю посвящали христианской религии. Теперь с появлением такого канала я могу сказать, что вот каждый день можно как минимум там себя минут 15 или полчаса включить канал Глаз и дает такое духовное расслабление. В этом канале всегда есть только положительное, настоящее и искреннее.